Праздник Московского района каждый год собирает на больших площадках всех тех, кто имеет активную позицию, кто привык жить не только для себя, но и для других, видя перед собой цель сделать быт москвичей еще лучше. Об этом и не только говорил со сцены глава администрации Вячеслав Дашкевич, обращаясь к собравшимся. Самое ценное в нашем районе – это наши люди. Поэтому мы традиционно вот на этом празднике отмечаем самых достойных наших тружеников со всех отраслей нашего народного хозяйства и социальной сферы. Сегодня я хочу пожелать вам прежде всего крепкого здоровья, благополучия, семейного благополучия, чтобы наши дети росли в спокойной, красивой стране. Заслуженные награды в первую очередь Вячеслав Дашкевич вручил лучшим в трудовых коллективах. Среди награжденных – руководители учреждений дошкольного образования, ведущие специалисты крупнейших предприятий, милиционеры, водители – все те, кто каждый день работает на благо Московского района. Конечно, всегда приятно, когда тебя выдвигают самые лучшие, но я не вижу в себе какого-то лучшего сотрудника. Я выполнял просто свою работу, как и все. Может, где-то хуже, где-то лучше, но начальство виднее. Да, очень почетно от Московского района получать грамоту, хоть я сам и не брещанин, а работаю на благо Московского района. Я работаю с 1980 года здесь, уже на пенсии, но еще работаю и думаю работать еще. Чистота города – это в первую очередь чистота, и чистота приятно посмотреть как. И приятно думать, что это мы делаем. Очищаем город, вывозим мусор. Награды ожидали представители предприятий, участвующих в благоустройстве и озеленении города. В числе лидеров в этой номинации уже не один год флагман белорусской промышленности – компания «Савушкин продукт». Работаем уже 38 лет, и все 38 лет мы стараемся, поднимаем предприятия, украшаем, и все не так красиво. Наверное, у нас талантливые люди работают. И все стараются, и все хотят, чтобы все было красиво, хорошо, и для людей было очень приятно. Параллельно с праздничным концертом на площадке перед зданием Белгосстраха активно шла расширенная ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции. Доступные цены и широкий ассортимент – две позиции, которые привлекают брещан. Хожу, смотрю, мне нравится. В общем-то, надо, чтобы люди могли прийти в место, чтобы могли купить, чтобы могли заготовить на зиму, чтобы это было дешевле. И поэтому, особенно для пенсионеров, для людей, вот очень много здесь людей пожилого возраста, это очень надо, потому что уже не у всех есть дачи. Поэтому это все очень хорошо и замечательно. И всем счастья и хорошей погоды. Замечательно. Побольше бы таких. Особенно сельхозпродукции нашей, белорусской. Яблоки, сливы. Вот такое хочется. Намного вкуснее, чем заграничные. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.